Эту красотку зовут Альбина. Она из Уфы. Сейчас будет учить нырять меня. Заниматься снорклингом. Знаете ли, побывать на Мальдивах и не попробовать снорклинг, все равно, что побывать на Мальдивах и не попробовать снорклинг. Я, в общем, все прослушал, весь инструктаж, сейчас буду заново у него спрашивать. Что нужно делать с этими масками? Нам нужно промыть маски для того, чтобы они не запотевали во время снорклинга. Чистящим средством. Для посуды это или для чего? Обычное чистящее средство. Слушай, зачем ты из Уфы уехала, а? Скажи, пожалуйста, на Мальдивы. Причина номер один, потому что здесь теплее. Угу. Причина номер два, потому что здесь красиво. Красиво. И причина номер три, скажи, потому что здесь... Океан. Океан. Все понятно. Значит, две маски у нас есть на оператора. У нас есть GoPro. Я, в общем-то, пробовал однажды дайвить. Это то же самое или как? Нет, это не то же самое, нужно находиться на поверхности воды, так. Мы не будем нырять. Если вы умеете придайвить, вы можете придайвить, придайвить без это значит... жилета, ага. Задержка дыхания, вы можете опускаться под воду. Прическа сохранится под водой? Прическа сохранится. Все, это главное. Я вообще никогда этого не делал, не судите строго, буду стараться. Эффекто, погрузиться в воду, эффекто. Блин, я ласты забыл, ребята. Ой, надо еще привыкнуть дышать через рот. Снорклинг – это самый простой способ познакомиться с подводным миром. При этом все, что тебе нужно – маска, трубка и ласты. Как бы ты просто плаваешь, не поднимая головы, и дышишь только через рот. И лучше всего это делать, конечно, на Мальдивах, потому что вода здесь кристально чистая. Ну что, за первое погружение в воду мы с Альбиной поняли четко. С дыхалкой у меня большие проблемы. Только, значит, я погружаюсь к черепахе, чтобы дать ей, так сказать, 5. Как у меня заканчивается воздух, я не понимаю. Я как бы судорожно начинаю подниматься, выплевываю соленую воду, сдергиваю себя маску и следующие 15 минут трачу на то, чтобы... как бы ее наладить. В итоге, тем временем, все черепахи от меня расплываются. Думаю, ну нафиг он нам нужен, блин, этот чувак. Да вот научись плавать, а потом уже будем с тобой общаться. Следующая точка, поехали. Ну, я видел черепах, ребят, я видел черепах. Следующая точка, и следующее, что мы увидим. Здесь можно увидеть рыба-клоуна. Клоуна? Да. Так. Немо. Так. Можно увидеть лобстеров, как так. Повезет. Опа. Опять ничего не трогаем. Ничего не наблюдаем трогаем. Со стороны. Ничего не трогаем, хорошо. Наблюдаем со стороны, наслаждаемся видами. Наслаждаемся видами. Учимся нырять. Учимся нырять. Так. Прыгаем? Давай прыгай, я посмотрю потом. Ха! Рыбы, конечно, невероятного цвета, а вот кораллы уже не те. Не те, что были до землетрясения в Индийском океане 2004 года. Тогда мальдивские кораллы потерпели настоящий стресс и навсегда поседели. В прямом смысле. Нет больше тех цветных кораллов, что на картинках в интернете. Зато песок на дне океана по-прежнему белоснежный. Значит, я поплавал среди рыб океана. Значит, я как дурак поднимаюсь с пласта, хотя их нужно снимать в воде. Значит, я потрогал собственно руками песочек на дне Индийского океана. Это просто обалденно. Это просто класс. Последняя точка. Раз. В общем, на третье погружение даже трубадур себя может почувствовать в воде, как рыба в воде. Самое сложное в снорклинге – это привычка дышать только через рот и вовремя выдувать морскую воду из трубки.
И в какой-то момент ты расслабляешься и начинаешь получать истинное удовольствие от всего того, что приберег для тебя Индийский океан. Ну что, два золотых урока преподнес мне Индийский океан. Первое, это, дамы и господа, надо тренировать дыхалку. Второе, этими ластами можно и убить.